Я созвонилась с Татьяной, она сказала, что на открытии галереи будет сам Трубников. Оказывается, он спонсор Мириам. Как она вообще на него вышла? Год назад ее никто не знал. Артур, мы должны там быть. Таня обещала меня с ним познакомить. Ксюша, я подъеду туда, когда рассосется пресса. С ума сошел? А если Трубников только на открытие приедет, а через 10 минут уйдет? У этих миллиардеров каждая минута на счету. Нет, нужно быть вовремя. Ксюш, это твой проект. Ты сама просила меня выйти из игры. Я вышел. Ну нет, у меня не получится, ты что? К тому же это чужое мероприятие. Я же не могу просто увести его в сторону и сказать: здрасте, я Ксюша, у меня есть бизнес-проект, можно я вам его покажу? Ну, пожалуйста, Артурчик, ну ты же умеешь ладить с людьми. Две недели назад ты мне сказал: выходи, я вышел. Ну, что-то случилось? Слушай, ну ты с шефом самим, со своим шефом ты сама можешь поговорить. Это все из-за той видеозаписи? У меня уже билет, через неделю я уезжаю.